Как по-вашему, что могло в обычный рабочий вторник заставить уверенного в себе и обожающего свою работу креативного рекламного менеджера 37 лет устроиться на скалах пустынного острова и самозабвенно тратить свое время на рыбалку, в которой, судя по ее весьма скудным результатам, он мало что понимает? Есть лишь одна вещь, способная перевернуть жизнь любого человека.